Привет, с вами снова Жека. Вот, и на дворе у нас 28 января. Мы на пляже Карен Бич. Вот, жара, сейчас 9 утра. Уже, наверное, градусов 28 как минимум. Вот, загоряем, солнышко, природа, хорошо. Вот, покажу вам так немножко пляж, море. Вот тут у нас пошла набережная с этой стороны. Тут горы, как везде, тут на Пхукете. Вот такой у нас пляжик. Там вот островок вдали. Красивый. Тут вот лежаки такие сдают на день. Можно взять лежак 200 бат на человека. Вот. А можно по приезду сюда взять вот такой, как мы взяли. Вот. За 200 бат. На все время. Вот. Намного дешевле получается. Где-то только на лежаке сэкономили 1400 бат. Вот так вот. Но здесь Карен Бич считается как бы таким дорогим, одним из лучших пляжей. Здесь песок. Красиво. Только вот общество, я смотрю, тут мы впервые сегодня на него заехали, но общество такое более пожилое. Семьи, дети, бабушки, дедушки. Тут скоро попривозят сюда скутера, катера. Тут катают на парашютах. Вот. Можно взять этот водный мотоцикл за 1500 бат на полчаса. Довольно-таки неплохо. За полчаса, я думаю, можно накататься. А что вам еще рассказать? Вода чистая, теплая. Погода хорошая. Только вот мы по новостям постоянно слушаем дождь, дождь, гроза. Где они, те дожди, непонятно. Вот. В общем, тут хорошо. Приезжайте, отдыхайте. До скорой встречи, до следующего видео.